происходит. Тебе ножку прикол хочешь? Какой? Колян отвалился из теста, но не... Но играет... Да ну нахуй. Разве такое бывает? Да. Я редко видел такое, что чувак улетал из теста и играл в игру. А может не лагает зато? Да ну нахуй. Прикинь. Выиграли. Так, ой, как покосило. Один прям за этой хренью сидит. Да ну нахуй, пидорас, а. Соси хуй. Сука, сейчас чувак не выходит, из-за этого чуть посложнее. Ну, маленький отрыв. Тут чисто, да? О! О, блять, один с патронов всего лишь. Пиздец. Пользователь пришел в твой канал. Привет, Колян. Давно не вижу. Че, Данечка? Блять, а я что могу тебе сделать? У нас один вылетел. Мы играем в КВ. Зайти зону? Нет. Ну он без теста, Колян, сейчас. Я максимум могу что взять, это Коляна Белорусского-то, он не в обиде, а Таян же у нас обиделся, хотя сам написал, долбоеб, когда мы просрали, что там малолетка неадекватная. Я могу его взять, а ты возьмешь либо Пашу, либо Киношку. Только так могу, потому что малыш нормальный игрок. Пользователь покинул твой канал. И малыш хочет КВ играть, и тяжело найти будет потом 5 на 5 или что-то. Может, мне тоже пулемет купить? Ах ты, сволочь! Мы что там захотел пулемет? Я с джебером луком нормально, я даже с джебером лучше сейчас играю, чем с пулеметом. Может, они еще хотят.